Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас, как обычно, утренний обзорчик, и как обычно, я ни хрена не сделал ни превьюшку, ни заставку, ни видос про условия конкурса, которые есть. Ну, постараюсь, но кубики затягивают. И вчера мы в кубиках пофанились в выживании. Было весело. В общем, поехали, обзор утренних рыночков. И как обычно, за 450. Так, ну, дешевеет зефирчик, бард. Хотя вчера барда можно было собрать за 20 баксов. Посмотрим, что у нас интересного приготовили. Вчера, как обычно, я провтыкал то, что хотел забрать. Мэри было тоже дешевле. Что-то они опять взяли за свое. Flashers Day. За ежедневный донат. Вот тоже такие плюхи. Так, окей, понятно. Что по халяве? Мы вчера здесь затащили 5000 самов и 150 пыльцы. Нам повезло в атайке. Так, что у нас сегодня есть? Открыть сундуки. Алхимик, бинго, раты, Supreme Gifts. Они, как обычно, не очень. Ничего такого интересного нет. Resolution. Да, сегодня английский какой-то вообще очень печальный. Так, открылся вот этот смотр. Ничего себе, надо будет попробовать на него сбегать. А, поехали на немецкий сервер. Ребята вчера говорили, здесь есть найм за кристаллики по 10. Их можно с календаря получить, либо с фонтана, может, открыли. Так, фонтана не вижу, не открыт. Как себя заставить фармить аккаунты? Какая лень. Так, клюхи. Смотрим, что здесь есть. 200-ки, ничего, в принципе, не поменялось. Накопление за пэтом. Довольно-таки, кстати, неплохо. Посмотрите, накопление. Потратили на питомцев. Получили в итоге по 20 за 15, плюс 2 мешка зефира. Отлично, как по мне. Так, карточка. 1 плюс 1. Еще 3 часа. Через 3 часа смогу забрать. Это у нас будет только 7-й день. Нам надо аж 8. Понятно. Так, увеличим. Увеличим. Не хватает столько плюх. Вот этот найм, ребята. Здесь можно ставить целого зефира. Но надо забирать камешки. Я провтыкал пару дней. Поэтому мы отстаем от графика. Так, понятно. Что-то сегодня день такой себе. Понедельник, 13-е. Ничего интересного. Давайте, кстати, на АЭС надо забежать, посмотреть, что там у нас на АЭСе. Давненько мы уже туда не бегали. Так, что-то Ивань нам говорит. То же самое, что и остальные серваки. Так, это за сменку таланта, в принципе, тоже неплохо. Так, есть каких-то две акции. Смотрим. Сундуки. Понятно. И арбы. Так, это вчерашние, но здесь они что-то ничего не меняют. Такое себе. О, будь здоров. Так, поехали на АЭС посмотрим. Понятно, все с этими серваками.
сокровищница, сундук сферы, тоже ничего такого нету, колесо удачи. Вот, кстати, здесь колесо удачи реально офигенное. Вот 18 сумок за 100 монеток. То есть лисичку можно собрать бонусом попутно, кто монетки копил. Вообще круто. Ну, это единственное, где здесь есть. Так, хрусталка, понятно, ничего интересного. Карта богатства, фонтан. Поехали, чекнем рынок. О, опять. Вот посмотрите, там за 15к, тут за 20к затрату на героев, допустим, на любые итемы. Вы получаете вот такие вот плюхи. Я считаю, это реально круто. Нижний пак за 35 даже можно, наверное, не брать. Тут хватает за 20-ку. Просто, просто круто. 50 для бездоната, посмотрите, еще дополнительно получаете за 8000 вот эту вот тему. 250к кулаков, 350, 250. Ну, что еще надо, вот реально. Реально здесь для бездоната очень круто играть. Так, понятно. Понятно, у нас все забито, мы ничего делать не можем. Просто ужасно. У меня уже даже слизни здесь 500 лишних, потому что у меня герои перекачаны на 10-10. Я здесь не играю. Вот так вот. А, так, окей, с АЭСом разобрались, поехали на русский сервер. Так, русский сервер. Поехали. Глянем, что у нас на русском. Может, на русском хоть что-то нормальное есть. Я в этом сомневаюсь. Накопление. Лисичка. 60 осколков. Хера себе. Семидневный базар. Карты квестов. Алхимик. Заработай на героя. Ну, такое. Такое, чтобы мега-мега что-то вау было. Я бы не сказал. Так, понятно. Поехали. Поехали, не буду вас тымить из себя. Чик. Наемный убийца два раза. Интересно, кто-то угадал или нет. Я открою. Так, это, по-моему, оно 5 раз круче плюхи. Да, это мы достали за один тык. Но на английском нам вообще повезло. Так, где там мой экран? Два наемных и эктоплазм. Спам, как обычно, 5, 6, 7 человек. Это стабильно. Так, сейчас мы это все сделаем по-быстрому. Так, так. Так, комментарии. Как себя заставить делать видос? Калим, вы даже себе не представляете. Так, есть. Поехали, так, проверим. Два наемных убийца. Ну, я не знаю, или наемного. Хватайка спасла 30 жетонов, купил 90 сундуков. Неплохо, но хватайка, конечно, топ. Это однозначно, да. Панда... Нет, циклоп, нет, ведьма, нет, королева, змей, наемный оборотень.
Не слизим. Почему? Почему тип? Почему бы и нет? Ну, тип, да. Панда, ледяха, бочка, циклоп. Почти. У тебя видно зеленый фон. Это хорошо, значит, он есть. Панда, королева, змей. Наемный убийца, синяя слизь, ледяной дьявол. Рядом, почти рядом. Кстати, уже давненько, вот две панды. Давненько уже никто не угадывал. Так, надо себя сегодня заставить 13 числа записать видосик. Ты же бездон. Ну, конечно, я бездон. Зимнего календаря. А календаря. На русском сервере, по-моему, вообще с половины того, что на других серваках есть, нету. Да, сундучки топ вообще. Здорово, здорово, здорово. Дай якомусь надежному задроту, хай забирає халяву. Да, это опасно. В общем, вот так вот. Никто сегодня не выиграл. Блин, надеюсь, я уже соберусь. Наконец-то праздники прошли. Пишите комменты, ставьте лайки. Играйте в кубики. Всем удачи, всем пока.